Ребят, привет! Наша посылочка пришла с Алиэкспресс за 19 дней и доставили обычной почтой. Смотрим. Вот такая вот красивенькая коробочка. Подарочный вариант, кстати. Здесь коробка еще лучше, в стиле бронзы. Это у нас плазменная зажигалка. Пронзительный звук. Даже немножко режет уши. В комплекте у нас идет еще провод microUSB для зарядочки. И вот такая вот инструкция. Зажигалку взял я вот в таком вот сером цвете, без узоров, классику. Внизу видим, у нас здесь порт для зарядки. В правом боку у нас здесь кнопочка. Но кнопочка с предохранителем. По звуку слышно, что когда крышка закрыта, она не работает, зажигалка. Поэтому в кармане никак разряжаться не будет. Я сам не курю, но просто было интересно, что себе представляет такая вот плазменная зажигалка. Поэтому давайте сейчас перейдем к тестам разным. Итак, первое, что я хочу потестировать, так это использование этой зажигалки на улице, когда, например, ветрено. Возможно ли ее задуть, как обычную зажигалку, да, погасить? Давайте попробуем. Я думаю, вам было видно, что ее задуть невозможно. Сам луч просто чуть-чуть смещается. И частота звука этого луча еще становится хуже. Больше режет уши, но в любом случае луч наш не задувается. Что, думаю, самое главное для того, кто хочет использовать эту зажигалку на улице. Сейчас хочу потестировать, как она справляется со своим прямым назначением. Как поджигает бумагу. Это у нас салфетка. Начнем с нее. Видим, салфетка загорелась в один миг, очень быстренько и очень легко. Это у нас бумага для принтера, уже чуть пожестче, довольно-таки жесткая. Смотрим, даже если долю секунды. Видим, прожигает дырочки, даже за меньше, чем полсекунды. Видим, они просвечиваются даже. Если подержать уже секунду и больше, наша плазменная зажигалка прожигает бумагу, несмотря на то, что она довольно-таки плотная. То есть, если подержать около 2 секунд, бумага воспламеняется. Теперь возьмем пластиковую карточку. Попробуем, как будет себя вести зажигалка с вот таким вот материалом. Очень толстая такая, жесткая. Видим, что карточку он тоже плавит без проблем. Так что смело можно сказать, что эта зажигалка ничем не отличается от обычной газовой, бензиновой. Она способна поджигать почти все. Единственное, что не нужно на нее тратить дополнительные деньги на газ, на бензин. Просто вставить USB своего компьютера или в зарядник от телефона и с удовольствием пользоваться. Я измерял, насколько хватает этой зажигалки. Так вот, 2-секундных зажиганий, вот таких вот, раз, два. Зажигалка от одного заряда может делать 300. То есть 300 зажиганий по 2 секунды. Это довольно-таки много, как мне кажется. Поэтому заряжать ее нужно будет не часто. Вот такая вот интересная вещичка. Ссылку на продавца, у которого брал, оставлю под видео. Переходите, смотрите, может, найдете у него что-нибудь еще интересное. Вам, как всегда, желаю удачных покупок в интернете, ребята, и пока!